Всем привет! Как вы поняли, мы в Таиланде. Любимая страна для путешествий моей Кристины. Лично я здесь не был более 10 лет. И вы знаете, скажу так, у меня ощущение, что русскоговорящих здесь больше, чем самих тайцев. Ну даже взять, у нас здесь сейчас сестра Кристины. Огромная компания наших друзей, все с детьми. Нам не скучно, это точно. И Святослав тоже не скучает. Он так просился на море. Мечты сбываются. Если вам что-то, дорогие мои, интересно про эту страну, спрашивайте. Давайте только в комментариях спрашивайте. Директ не получится. Завалите, не прочитаю, не отвечу. Черкасовы на отдыхе.